Вот, ребята, всем добрый день. Почему? Заедете? Привезли первую партию СИП-панелей. Сейчас будут разгружать, а потом будут собирать. Вот он, гараж. Всем добрый день, здравствуйте. Наконец-то пришла весна, и у нас началась стройка. Сегодня, 10 апреля, у нас начинается, зашла бригада, будет возводить нам гараж 6 на 12. И вот приехала первая машина. Сейчас будут разгружать СИП-панели. Ну, ребята сказали, 5 машин будет, так что, что смогу, все покажу. Бригада 3 человека. Сейчас будут разгружать. Это наш прораб на машине. Сейчас. Должна подъехать вторая машина. Там у нас еще газ. Ребята ведут. И теперь не проехать там, наверное. Ну, я думаю, сейчас они разберутся. Ну вот, подъехала вторая машина. Сейчас ребята будут разгружать. Похоже, что металл, да? Близко подъехал. Разгрузка тихонечко. Это тихонечко ребята разгружают. Самый основной металл грузит, ребята. Это называется ферма. Солнышко снимаю, ну что делать? Железо. Ну, судя по толщине железа, гараж будет мощный. Конструкция будет ого-го. Третья машина разгружаться. Наверное, крайняя. А может, еще одна выйдет.
сейчас будем разгружать. Есть. Супер. Всем доброе утро, всем хорошего дня. Вот такой у нас сегодня денек солнечный. В общем, все у нас подготовлено к строительству нашего гаражного комплекса. Вот тут у нас все. Ребята вчера разгрузились. Сейчас ждем. Будут начинать вот эти вот устанавливать фермы на наш фундамент. Как-то так. Все летят. Такая у нас сегодня красота. Поработали все кустики, набросали шишки. Ну тут мы еще до. Сейчас покажу, что у нас получилось на сегодня. Смотрите, они поставили тут столбы. Приварили вот. Получается, вот так вот приварили. Ставили раз, два, три, четыре, пять ферм. Здесь получается, вот здесь у нас будет дверь в котельную. Здесь будет дверь в гараж. А здесь будут у нас откатные ворота, такие, которые заезжают под потолок. А здесь будет навес. Здесь еще они. Добрый день, друзья! У нас сегодня 12 апреля. Сегодня закончился день. Ребята вот сделали на крыше вот такие балки. Сегодня приваривали. Друзья, добрый вечер!
Сегодня у нас третий день стройки. Стройка продолжается. Сегодня ребята сказали, что завершен первый этап. На первом этапе у них вот получился въезд в гараж. Здесь будет две двери. Сегодня они прикручивали верхние, приваривали верхние стойки. Вот завтра будут обшивать сэндвич-панелями. Сэндвич-панели вот тут лежат. Вот, а уже навес открытый они будут уже делать после сэндвич-панели, оказывается. Ну, вот такие вот у нас работы происходят. У нас сегодня тепло, завтра вообще плюс 15. Вот, так что следим за стройкой. Всем хорошего вечера, пока-пока. Всем доброе утро, хорошего дня. А дальше как получится. Сегодня четвертый день стройки. Вот у нас как на сегодняшний день все выглядит. Сейчас приедут ребята, будут обшивать металлосайдингом. СИП-панели, скорее всего, да. Так что будем следить. Добрый день! Мы снова приветствуем вас на нашем канале. Вот смотрите, что значит семья? Как работает семейный подряд? Все вместе, дружно. Взяли лопаты, все сделали. Да, Татьяна Васильевна? Да. Вот так понятно. Ладно, потому... хорошо. Здравствуйте. А сейчас мы будем осиновые куры забивать по периметру. Ну, забивайте, ладно. В грудь. Так, ладно. Ты идешь ко мне, нет? А что делать-то надо? Делить дальше? Мы же закончили грядку. Я думал, все. А ты размер замерила? Я уже все сделала. Молодец, а? Наверх поставила, ну, в нолике все. Ты супер! Ты молодец! Я же за рулем-то езжу. Права же есть. Только заднюю скорость не умею включать. А что это вы тут делаете? Сейчас я тебе покажу, что мы тут делаем. Собакин. Собакин. Такой. Сначала... Давайте вот по прямой, а сделаем. Вот, не, угол в угол. Да, мы пока еще повыше. Повыше? Не хочу вгонять глубже. Пониже. Можно... Тебе надо обязательно завершёнку, чтобы было? Гриша, вообще. А это я ему уже сказала. Чего? Потом приварить, вот, не еще? Сегодня. Приварим, не, хоть не сегодня. Сегодня. Вот эти наоборот. Надо ничего.
Что это было? Повязки сделаем. Сейчас засыпем. Зачем малину кушаешь? Чего-то не хватает. Смотрите, он малину ест. Пусть ест, он покажу, что. Траву какую-то, видимо, ест. Все. Вот так вот, Татьяна Васильевна, мы и живем. Нет, живем. Хорошее же это, да. Мы придумали. Вообще шикарно. Да. Ох, вещь. Доброе утро, друзья. Фух, сегодняшний день. Он выглядит вот так. Мы нам прокладывали газовые трубы газопровода. И там повырезали кусты, поубирали очень много территорий, почистили. Вот. И там очень много сейчас всякого мусора лежит. Бутылки, грязь всякая. Еще надо будет это все сейчас пособирать. Уберем сейчас все это. Вот так вот грядочки выглядят. Там вон ребята уехали вчера на выходной день. Ставят гаражный комплекс. О, Лиля вчера цветочки посадила, из леса принесла. В лесу нашла вот эти цветочки. И говорит, а посажу-ка я их здесь. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, антилайки, пишите комментарии. Оставляйте плохие комментарии. Что угодно делайте. Главное, чтобы была ваша активность на нашем канале. Мы давно не появлялись, давно ничего не снимали. Так что будем рады. Заходите в гости к нам. Пока. Да. Сегодня небольшой субботник. Ага. В нашей деревне. Идешь по дороге к пруду. Вроде как-то вот. Неужели это не замечаешь? Мусор не залезут, шиповник колючий. Ну да. А все идут только до своего дома, а дальше ничего не видят. Главное, у него надо, вот как у дома у него, так как ему надо, а дальше все уже. А оно и вылезло, потому что газ проводили. Все перекопали, все повылезало, весь мусор вылез. Вот так вот. Так что вот так вот. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас вот такое затяжное утро. Поздороваться с вами. Вон еще мусор. Никому ничего не надо. Зато все знают стихотворение. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Ладно, все, я заканчиваю съемку. Не надо туда, на чужой участок ходить не надо. Я повез тележку дальше. Ну вот, вот вы можете себе представить, что вот это вот мусор буквально с одной улицы. Это какой-то кошмар. А на улице всего три дома. А на улице, да, ну не три дома, ну 5-10 домов там, да? Это просто кошмар. И ведь никто этого даже не заметит, да? Ну, да. Я думаю, что никто даже не заметит, что убрали мусор. Справишься помочь? Грязный здесь не надо.
так вот. Ну, скорее всего, что завтра мусор вывезут, да? А здесь у нас вот такая вот каша, потому что ввели газовые трубы, газопровод, и вот тут так перекопали. Но это было еще в морозы. А сейчас вот так вот все растаяло, все выглядит. Так что немножко подождем и посмотрим, что будет дальше. Ну, газ проведут, там все равно разравнивать, они будут убирать все это. Ну, они сказали, что да, они должны как-то закончить, завершить свою работу. Я думаю, что они сделают. Ну да. Ну, солнышко, смотри, пробивается, да? Да. Ну, ладно. Ну, войны стоит, мне кажется, теперь. Да, она 100%. Ей лет 80-90 точно есть. Ну да. Красота. Кстати, они... Кустики, как они называются? Форзеция. Форзеция. Перезимовала нормально. Ее даже никто не повредил. А вот с этой стороны у нас газовая труба проходит. Перекопали с этой стороны нам все. Но, с другой стороны, это здесь хороший разворот для машин. И вот, друзья, смотрите. Вот отсюда они запитались, да, кстати? Это у них свой удлинитель поставлен. Это стройматериалы. И вот бригада из 3 человек... Приехали ребята. В прошлом году, вы помните, мы сделали фундамент. Вот. А в этом году вот ребята приехали. Это они поставили ли за 3 дня, да? 3 дня. 3. Потому что первый день, считай, у них была разгрузка, приемка, все расфортировали, там все сделали, уехали. В общем, вот такая вот конструкция. Причем они сразу варят и сразу же закрашивают, чтобы оно тут ничего не гнило. Вот так вот. Я вам сейчас тут еще покажу, что. Здесь окошко будет. Здесь дверь. Это типа подсобная мастерская. Даже не мастерская, это вообще планировалось как газовая котельная. Там наверху будет... Стоп. Вот тут внизу будет приточка. А вот там наверху будет вытяжка стоять. Это типа газовая котельная наша. Так. А здесь сам гараж. Окна, двери. Вот там все лежит. Окна, двери. Все здесь. Молодцы, ребята. Здорово все делают. На совесть. А потом будет вот газовая котельная. Дверь в гараж. Гаражные ворота. И открытая площадка под квадроцикл. Ну, я так считаю, квадроцикл говорю. Хотя там может машина встать и все что угодно. А вот эту всю низину, вот этот на склон идет, вот этот участок провал у нас, это вот оттуда мы будем вывозить землю ту и все перекидывать сюда. Вот так выравнивать всю эту территорию будем. Все это будет выровнено. В общем, как-то вот так. Ну вот, друзья, 5-й день стройки у нас. Такие у нас изменения произошли. Ребята уже крышу сделали. Здесь одно здание, вот такое будет дверь там. Здесь будет окно, здесь будет дверь, здесь вход в гараж. Здесь тоже все сделали. Погода нас подводит. Дождик идет, и ребятам варить надо. Ну, вот здесь еще навес. Еще нет навеса. Как-то так. А ну еще сейчас заднюю сторону покажу. Так вот задняя сторона. Ну, уже приобретает какой-то вид.
как-то так. Вы оставайтесь с нами. Ждем результата. Красивая елочка у нас тут какая сидит. Такая красота у нас тут уже получается. Ну вот, друзья, показываю вам сегодняшний фронт работы, который ребята сделали. Они сделали навес, накрыли его крышей. Вот здесь вот так вот получается, Саня. Вот. Большой такой, вместительный. Здесь можно даже поставить горшки с цветочком. Поставили ворота. Но они еще не подключали их. Поставили две двери. Это вход в гараж. Это вход в котельную. И поставили окно котельной. Вот. Вот такой сегодня фронт работы у нас был. Как-то так. Добрый день, дорогие друзья. Ну вот сегодня 16 апреля. Закончилась у нас стройка. Ребята уехали. Построили нам такой гаражный комплекс 6 на 12. Окно. Сейчас покажу вам внутри. Это помещение типа котельной. Ну, не знаю, что здесь будет. Вот здесь вот такая вот дверь. А, здесь темно. Сейчас мы откроем двери. Я вам покажу. Ага, не откроем. Сейчас, секундочку. Блин, все просохнет, все мокрое. Вот вторая дверь. Это сам гараж. Тут нужно проводить электричество. Вот эти вот ворота, тут все объяснили, как открывается, как закрывается. Все на электрическом приводе. Надо подводить сюда электричество. Здесь остались у нас запчасти какие-то от гаража. Потом здесь все просохнет, все уберем, все переберемся. В общем, все мне понравилось. Сплоченная дружная бригада, 3 человека во главе с бригадиром Сергеем.